Проект Натальи Замариной «Детское время» существует в историко-культурном центре более 5 лет. За это время видновские школьники познакомились уже с многими юными талантами Ленинского района – поэтами, акробатами, танцорами, писателями и музыкантами. Мероприятия проекта «Детское время» всегда не похожи, всегда они разные. И каждый открывает что-то новое и в гостях, и в зрителях, и во мне самой. В этот раз гостями проекта стали Мария Проказнова и Валерия Одышева, солистки вокального коллектива «Эврика», участницы дуэта «Мечта» детской школы искусств города Видное. На встрече с юными певицами пришедшие ученики начальных классов второй школы узнали много интересных фактов из творческой биографии девочек, а также услышали в их исполнении известные и всеми любимые эстрадные песни. Педагог Наталья Малая много времени уделяет занятиям с Машей и Лерой. Она считает, что успехов в музыке добиваться нужно не только благодаря природному таланту, но и трудолюбию. Самое драгоценное – это видеть то, как дети развиваются, когда они приходят к нам совсем маленькими, как они растут, как они делают свои успехи, первые победы, первые творческие достижения. Мы радуемся также вместе с ними. Девочки ответили на многочисленные вопросы, которые подготовила для них ведущая встречи. Они рассказали о своих хобби, семье, домашних питомцах, любимых книгах, участии в различных конкурсах и эмоциях, которые они испытывают перед выходом на сцену. Я не боюсь жюри, я скорее, опять-таки, боюсь ошибиться и как бы не показать себя во всей красе. Мне кажется, все волнуются, когда выступают, потому что боишься сделать что-то не так и не понравится зрителю. Несмотря на небольшую разницу в возрасте, у Маши и Леры много общих интересов, главный из которых, конечно, музыка. В выборе репертуара их вкусы тоже совпадают. Для меня песня скорее это повод трудиться, повод узнавать что-то новое и интересное. На протяжении всей встречи девочки пели, а зрители с удовольствием им подпевали. В завершении Маше и Лере подарили цветы, наградили их благодарственными письмами и щедрыми аплодисментами. А на прощание дуэт «Мечта» исполнил песню Игоря Николаева «Две звезды». Анастасия Воронина, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.